На следующей неделе жители Бурятии будут работать 6 дней, с 28 октября по 2 ноября включительно. Кстати, в субботу будет сокращенный день. А все это из-за весенних каникул. Выходной 2 ноября перенесли на 30 апреля. Таким образом, у нас получится непрерывный отдых с 28 апреля по 1 мая. Что касается ближайшего времени, после шестидневки в Бурятии наступит уикенд в честь Дня народного единства. Он продлится с воскресенья по понедельник. Всего в 2024 году жители Бурятии отдохнут 119 дней.